о фильме «Иуда Бен-Гур», я его советую всем посмотреть, и где она говорит, Эстер ее там зовут, Иуда Бен-Гур, отшатнулась от него. «Я, Иуда, я потеряла тебя». Вот это, я считаю, центральный момент, даже не там, где показывают его покаяние, а именно этот. Это глубинный процесс, происшедший в ней, не его, его не коснулся. Но это был поворотный момент, когда он остановился. Вот этот момент, я считаю, у нас настал. Ты знаешь, сколько лет мы знакомы. Ты один из самых моих близких людей. Я терял самых близких людей. Но пойти на попятную я не могу. Сократ, говорит, мне друг. Но истина, да, больший друг. И поэтому, ну, если будет, ну, не так вот это дело, я измениться не могу. Дружбу свой человек направляет так, чтобы друг был похож на него. Я часто эту фразу произношу. Таким быть похожим, вот как вы, спать под разными причинами. У меня был такой, это Гена Яковлев, он все время ссылался. Бывает, Надежда Васильевна. Вот я не спала ночь, не спала, ты и день не спи, завтра ты будешь как убитая спать. Нет, поэтому я днем лягу. То есть режим воровской. Это воры так делают. Днем они не спят, ночью они шарятся по чужим карманам и квартирам. Иоанн Златоуст говорит, праведник ночь превращает в день, а грешник день превращает в ночь. Вот. Поэтому сон, значит, пересмотреть, поставить будильник или как-то, но пойти на то, что это правильно, я просто не могу. Вопреки этого, вопреки Священного Писания. Священное Писание заставляет рано вставать. Тем более Давид, вот я говорю, седьмикратно в день прославляю тебя, Господи, суды правды твоей. Суды, то, что с нами происходит. Вот суды где-то. А это какой же уровень? Сказали, в глубину не заходить, я и купаться не буду. Это капризный ребенок. А ты мне сказал, не заходить дальше, только вот по колен. Достаточно, я бы лег, опупнулся и вышел. Я даже не понимаю, как на это можно обижаться, а я хочу дальше. Вот это хочу, и есть самость свое я. То, что губит человека, это главный враг. Я старше, сказал, дальше не заплывать. Ну ничего, поплаваю рядом. А я хотел дальше, а это я слишком требую, слишком воображения. Слишком воображения никогда не бывало. Даже здесь, находясь, я все запираю. Вчера хозяйка говорит, у нас тут никогда ничего не воровали. Что вы так это? Ну идите вот сюда, на диван. Я говорю, никого нет, в машине я должен быть. Ну что вы так боитесь, мы сколько живем, никогда не было. Не было. Не было. Правильно, согласен. Но то, что мы здесь находимся, меняет обстановку. Вокруг нас легионы демонов. Напущенных, умышленно напущенных. Я в это верю. Священники молятся буквально о погибели. И поэтому у нас тут документы, все абсолютно. Оставить без присмотра, а потом подозревать кого-то, зачем мне это нужно? Я прекрасно сплю, со мной рядом собака, вовремя стою ночью на молитву, вышел, прогулял, оправился, прочесал его. У меня тоже ритм, прохлопал все эти матрасики. Я благодарю Бога. Благодарю, и я ее убедил. У вас, если это не было, то есть, когда мы здесь, это может быть. Это может быть. Потому что, мы под особым прицелом у сатаны. То дело, которое мы делаем, разрушает дело дьявола. В буквальном смысле. Иначе бы люди такими не были. Я верю, что люди, читающие книги, стали бы другими. Вот. Вот так к нам пришел, подойдите поближе сюда. Это отец нашего благодетеля, Павла Николаевича Иоанна Суворова. Как вас звать-то? Николай Павлович. Вот, Николай Павлович. А крещеный Василий. А как так получилось? Так вот получилось. Это кто-то не досмотрел, наверное? Ага. Батюшка был? Василий, зовите меня. Василий? Ага. А как же? Поминайте. Сидите, Павловичи. Ну и что? Ничего? Ничего. А они не обидятся, скажут, придумали Василия? Меня все зовут Василий. Ах ты! А что же вы не сказали по сегодняшний день? Вот, я сказал сейчас вам. Ну, так и сейчас. А что случилось-то? Поп пьяный был или что? Я сам был пьяный. И назвал не то имя. Ладно, не надо расспрашивать это. Ну, ладно. Значит, мы опять готовимся. Если Господь позволит, вот ваш сын, Павел Николаевич, договорился с народом, и там одна прихожанка, решили собрать сегодня народ беседовать, побеседовать. Он рассказал, кто приезжает. Но уже сегодня он говорит, и вчера сказал, уже я, говорит, себе созвонился, и люди сказали, нет, мы не пойдем, у нас своих проповедников хватает. То есть это все на плечи местного священника ложится.
То есть он научил их тому, что нигде ничего нельзя слушать, нельзя считать, у них ничего нету. Кроме того, что батюшка им скажет, благословил их, поцеловали руку, идите домой, Царство Небесное вам обеспечено. Я-то понимаю как, но до людей это надо довести. Я всегда говорю, если посылает в мир Господь, всех людей назвал волками, идите в мир, говорит, посылай как овец среди волков, так? То когда написано, из Мелита в Ефес собрал, Деяния, 20 глава, священников, епископов, из вас, говорит, восстанут лютые волки. Слово да. «лютые» означает «бешеные». Да. И мы убеждаемся, никто нам так не препятствует, как священники. Таких нет. И мы мимо храма не просто едем, а открещиваемся, только бы священник ничего не узнал. Ни одной книги не видал, меня в глаза не видел. Это на другом духовном уровне. Он мгновенно все отторгает. Ничего не надо. Я говорю, ты хоть прочитай что-то. А зачем мне это читать? Он не будет читать. Это особое духовное настроение. И поэтому в данном случае они обрекают себя на избиение. Они будут Богом истреблены. Господь говорит, я посылал к вам и пророков, и прозорливцев, и вы никого не приняли. В Израиле все время служили Богу, приносили в жертву ягнят, овец. Каждый ягненок говорил о Христе. Каждый вол о Христе. Голубиц приносили все это о жертве Христа. Но когда Христос пришел, они его не приняли. То есть они его таким изображали, Христа, что он совершенно не похож был на реального. И кто распял? Первосвященники, написано, предали из зависти. Пилат знал из зависти, а они не знали. И сегодня та же самая ситуация. Я вот сегодня разговаривал, тут Зинаида была, ваша сноха. Вот. Какая причина, что когда Господь говорит, любите ближнего как себя, а еврей-то стоит, говорит, а кто мой ближний? А Господь рассказал притчу о самарянине. Мы с вашим сыном Иваном, отцом Иваном, идем по Барнаулу, ну и разговариваем. Он говорит, а почему Господь вывел такой отрицательный образ? Мимо прошел священник. Да священника своего прихожанина-то увидал бы, он бы обнял его, да скорее скорую помощь, да потащил на себе. Даже шаг не затормозил. Это и отец Иоанн меня спрашивает. Но диакон еще не совсем засохший. Кое-что у него человеческое есть. Он поинтересовался. Тоже помощи никакой, потому что он патриархийный церковник. Но идущий, дальше едущий самарянин, иноверец, там баптист, мусульманин, так назовем, он его поднял, возливая вино елей в гостиницу, 2 динария, это Ветхий Новый Завет дал, что больше истратишь, верно. И когда Господь спросил, кто ближний, он ответил, оказавший милость. Он даже из Златоуст, говорит, не хотел сказать, что самарянин. Он не хотел имя это произносить. Как нам трудно осознать? Вот я, где бываю, говорю, отношение к нам мусульман, отношение неверующих лучше намного, чем отношение священников. 90% с лишним священники ведут себя как лютые волки. И причина-то в этом есть. Почему? Потому что проклятие за то, что они учат народ. А им дано право учить. Им не дано право отвергать народ от Бога. Как говорит Феофан Затворник. Он говорит, священник говорит, благословляю. А Бог говорит, не благословляя. И что Бог утвердит? Ну? Почему Малахия говорит, вы благословляете, а Господь говорит, проклятием проклинаю ваши благословения? Почему священники это никогда не считают? А батюшка благослови, батюшка благослови. А вас кто благословил проповедовать? Наш Евангелие читаем. А кто благословил вас книги написать? А кто благословил приехать на Украину куда-то? Я говорю, земные поклоны надо делать. А кто благословил земные поклоны делать? То есть священники словом благословения полностью отшибли мозги людям. Сделали людей подобным бесам. Не людям, Златоуст говорит, бесам. Бесы знают, что Христос пришел. А люди не знают. Это наши прихожане. Мы открываем двери. Что вам надо? Мы говорим, мы принесли вам Евангелие, если нет. А слышно, гуляют там люди. Да пошел ты! Со своим Евангелием. Я в храм хожу, у меня батюшка есть. Я говорю, да патриарх говорит, да пошел ты со своим патриархом, у меня батюшка есть. То есть батюшка это папа. Безразмерный папа. Это главные губители сегодня. Мы со двора в двор прошли 56 сел. Сел, не домов. И раздали 30 тысяч Евангелий, у народа ничего нету. А священники по дворам собирали и в храмом дворе сжигали. Что, нормально? Я патриарху написал, как вы отвечать перед Богом будете? Какие антихристы вокруг вас? И хвалятся, притом я, Игнатия, Евангелие там дал, сжег. Перед народом хвалятся. Теперь, говорит, я не про эту книгу сказал, там, к истинному православию.
На исповедь принимать не буду, если книги не знаешь, священник говорит. Поэтому нам нужна помощь, молитва, чтобы Господь укротил безумие и ярость священников. Это первое. Почему Иоанн Златоуст говорит, я никого так не боюсь, как епископов? Да как же, Иоанн Златоуст сам патриарх, а они его извергли через царицу, они его заточили, они его протащили, и он там и умер. Мы желаем, чтобы люди жили в любви. Каждая строчка в нашей книге говорит о любви Божией, о Христе. Как людям жить во Христе? Мы вот проехали Крым, заехали в Керчь, и выехали с этой стороны, это есть Мариуполь. Через Мариуполь это последнее. А дальше Севастополь, Ялта, это все прошли. Народ везде принимает хорошо. Люди, конечно, удивляются, не читая, видя внешнее состояние книг. Но когда начинают читать, сразу все останавливается. Они никогда не читали. Ваша, я говорю, одна книга всей библиотеки стоит. В каждой книге у меня 3000 выдержек из Библии. 3000. Самое-то главное в нашей жизни – слышать голос Божий, жить по воле Духа Святого, быть водимым, чтобы Господь нас направлял. Что нам дальше делать? Мы думаем, вот сегодня пробыть день. Первый раз у нас 2 выходных дня. Один день мы приготавливаемся, после всей этой пыли, грязи помоемся. А завтра, если Бог даст, может кого-то ваш сын Павел Николаевич и соберет. Вот так. Спаси Христос, что нас проведуете. Витя, ты хотел бы что-то сказать? Нет. Вы хотели что-нибудь сдать нам на какой-то наказ? Да нет, ну что я не могу, я ничего не знаю. Ой, вы все знаете. В прошлый раз я подошел, а вы читаете житие святого Патермуфия. Да, помните? Читаю. А я подошел, вы мне дали, говорите, читайте. Но я насчитывал. Хорошо нам было, когда считали? Конечно. Жития святых научают нас, как выходить из положения, из 1000 вариантов. И при том абсолютно полное делает воображение. Ничего этого нет. Но если ты пойдешь сейчас, а если так будет, а вот ты выйдешь за дверь, а там тебе встретятся. Меня научили этому воображению монахи. Я очень хороший ученик оказался для них. Даже рядом где-то находится, ты должен проиграть 100 вариантов. Отвечать или не отвечать, это первый вопрос. Второе. Когда у тебя не расположен к человеку, не отвечай. По крайней мере, 100 раз Иисусу молитву сотвори. А я считаю, надо ставить день помолиться, а на завтра ответить. И, как правило, человек, я спрашиваю, ну что хотел сказать? Он говорит, да уже ничего не надо, я вижу, что зря хотел. А в гневе говорящее слово, оно говоримое, оно не приносит плода. Оно уже полыхает, оно уже жжет. Владеющий собой лучше завоевателя города. Владеть собой – это умеющий обуздать свой язык, написано. Язык. Тело свое легче, там я могу стоять по стойке смирно, кланяться. А язык? Ну, можно не говорить, а умом, говорит, маленьким язычком ругать. Научиться мыслями. Вот он сказал неправильно. Я начинаю рассматривать, Господи, благодарю за это неправильное даже. Через это неправильное ты показал тайные мои грехи. Нам так хорошо ехать вместе. Мы такие все родные и близкие. И нас сроднять должна кровь Христа. Чем больше я приближаюсь ко Христу, тем ближе к человеку. А у нас бывает так, сродняются христиане с теми, которые ничего не знают или слабые в христианстве. Это абсолютно неверно. У Петра I, у императора, было кольцо и написано «Ас требуй учащих меня». То есть я все время ищу тех, которые меня чему-то научат. Это единственный царь, который мог работать молотком, топором, рубанком. Остальные никто не умели ничего этого делать. Сам корабли строил. Не туда повернул, правда, но... Но мы должны взять качество его. Вот Петр I, он там, он спасал финских моряков и простыл. Кончина его поистине христианская могла быть. Он, спасая ближнего, душу положил, хотя был самый настоящий антихрист. Видите, жизнь сложная штука. А как раз была буря, Барка остановился со шведскими моряками, и он сам, император Российской империи, в воде их вытаскивал, спасал. Значит, у него было не только то, что сына убить, но у него другие качества были. Их тоже нельзя забывать. Благодарю, брат Виктор, за то, что так вот получилось, запись сделали. Храни Господь.